Волда? Он же неудобный стал. Ну а с чем еще стрелять? Я что, вот так? Как мы раньше бегали, так шары. Короче, кто-то ходил дома, сместился к забору. Не знаю, куда пойдет. Трой, передо мной в лесу! В опане. На гранатах примерно. А где моя стамина-то? Одного убила! Стаминка-то где? Убил одного. Левее буду заходить. А ты где же там еще? У лесника в будке? Да. Вот на гранате еще последний остался. Дал грену. Первая или вторая граната? Первая. Он там в кустах лежал. Даю еще одну туда. Я просто не знаю, где они убивала, там или нет. Ну я. Они там втроем все вместе стояли. Я на холмике. Так, вижу один мертвый в кустике. Там еще гляну, те же кусты примерно. Один под тобой прям. Ну еще одно. Тут там такие кусты, бля. Да подхожу. О, пистолет с двойной анимацией достается. Какая красота. Одно пофиксили, второе нет. Но тем более самое. Пистолет, блин, это оружие второго шанса твое. Уже нет. Два. Ну вот эти вот впритык два трупа еще есть или нет? Больше я только вот эти два впритык, больше нет. Должно быть. А, вот он, у меня он сидит на камнях. За деревом он видел, да, его? Да, видел. Обхожу, дай мне время. Там М-ка. Опасно дергаться. Хит 85. Убил? Нет. Хит только дал. Все, убило походу, да? Нет. Нет? Убило. Он сдох, заорал. Убило, да? Да. А, просто я... У меня руки трясутся, я чисто даже не знал, попало или нет. Вот третий. Только я по этим камням пробегал, и тут не было никого. Заберешь? Кого? Ну, этого. Где-то там. Лутай, я убью. Молока бахну только перед этим. Тоже трезит. Чувакам. Это чего, кстати, слушает тут, походу, в другой ком-то. Чего, да? Да, походу, да. Да, 100%. Убил? Да. Слушай, он пострелял и лег в куст, спрятался. Не по тебе сейчас попали, кто-то закричал? Нет. Кто-то опять закричал? Не слышал. А кому-то попадают сзади нас. Как, мы пришли, что ли? Да. Так, это свою сумку скинул. По-моему, смеченки стреляют, попадают где-то на второй камень. Да нет, по-моему, у нас прямо сзади где-то. Ты в низинке? Я на трупах. На мне, по мне двое смотрят. Прячься, я могу помочь. Ух ты, оп! Вали? Вижу. Одному накидала, вроде не убила.
кустах стоят, на гранате. Правее я вхожу. Наблюдаешь их? Mm-mm. По трупу постреляла. Двое было, точно? Да, одного я потому потеряла спину. А ты второго не убивал? Одного я взорвал гранатой, вижу. Так. Ну, значит, этому второму, может быть, спину все-таки накидала. Вдвоем на меня смотрели. Один убегал направо, к воде, по-моему. А второму я накидала в спину, ты его гранатой прибил, походу. Я прибил того, кто просто стоял и выцеливал, короче, он никуда не двигался. А, ну, значит, убежал тот, по которому я попала в спину несколько раз. Да, заканчивай с летанием и валить будем просто. Да, я сейчас. А вот еще один валяется. Здесь. В кустах. А вот, это мой 700 кидал, зарандомил через кусты, все. Сходится. Все сходится теперь. Вот еще один у них убитый со СВшки. Ну вот, по нему попали, потому что я слышал, как чувак умер. Убил. Живи. Твою мать! Херово все, могу зеленку дать. Нормально, подожди. Два кровотечения сильных. Фух, меня чуть не убил. Там, по-моему, вектор был, что-то такое. М-ка, М-ка. М-ка в кровотечении? Охренеть. Блять, еще один. Где он? Возможно, на камне, не понял. Отступили немного. Про тебя, по сути, он не должен знать. Он сзади. Мне. Он бегает там, сзади где-то. Гренат слева от камня пошла. Еще одна. Ты кидаешь гранат? Я. Он у второго камня, он уже. Не очень хреново. Что за листики, сука, мешаются, бля? Хит убегает за второй камень со стороны лесопилки. На второй камень поднимается. Уходит к меченке. Давай уйдем, а? Сейчас хрен уйдем. Мне ноги. Убил? Да. Я чинюсь. Угу. Я тебе предлагал зеленку. Ее вколола и юзаешь цмс-ки, она тебя лечит, пока ты цмс-ки юзаешь. Да нет, так-то я починилась, а вот мне он три части выбил нафиг. Что про это говорю? Я, мать его, выжила. 40-й тут. 45-й был один, по-любому. Да. Фух. Просто на одном месте куча народа. Вся карта, блин, походу, на одном месте. Да. Все, мне нравится. Сейчас, погоди. У меня 5 убито. У тебя сколько? Это твой, наверное. У меня один. Сейчас посмотрю. 2, да. Блять, а кто-то видит на снайперской скале? Уверен? Да. ЧВК. 2. Одного убил. Я могу подняться прям по этим? Могу да, там где снайпер.
Там, где снайпер, один труп. Я пошел через вышку. Я тогда прям. Я человекашника все-таки убила. Хорошо. Так, он меня. Сейчас. Он контролит меня. Не пикайся, сейчас я обойду сверху. Есть, еще одного нет. Гранаты кидает, сука. Хожу. Мне гранатку кинуло. Минус. Хорошо. Каска торчала из ракеты. А, сзади кто-то бегает. У палатки. Нет. У палатки прям пробегал. Смотрю. Бегает, бегает, бегает. Камни подходят. Чего? Бьет. Ага. Тут у меня еще, по-моему, есть на камнях. Мать, посмотри. Я вот, я сижу, хожу на месте полуприседа. Я тебя вижу. Надо мной. Смотри. Не вижу, ни, над тобой никого не вижу. Он может быть с другой стороны от меня. Я могу его не видеть. Кто-то оружие, по-моему, скидывал. Выше никого. Он мне! Кто? Вот, вот он, вот он, вот он, вот он. Он где-то от тебя стрелял. Да, я понял. Он, походу, сидит где-то над тобой, что ли? Да, да, да. Сейчас буду запрыгивать этот фильм. Коллиматор не ставил. Я запрыгиваю. Он упрыгивает правее, спускаться будет. Он будет спускаться с другой стороны, правильно? Да. Хорошо. Значит, ты не убил тогда его, да? Убил, убил. Одного точно я убивал, 100%. У него руки подпрыгнули. А нет, ты где? Сзади я бегаю. Ты там, на улице, да? Да, снизу, снизу. Он его собрал просто. Ксюха с валдаем и боковым. Да, да, видел. Страшный человек. Каску надел себе. Бить бы его в идеале. Блять! Под нами! Подъем! Живой? Минус почти. Убили? Убили. Гранта! Моя! Аня, ты чё молчишь? Меня не убейте, убили мы, я спереди у вас, куда вы идти хотели. Ты без микро, блядь. Подбегаю к вам. Без микрофона. Так вы сказали у вас, я начал стрелять по чуваку. Убила его, да? Или я его зацепил? Да убила, убила. А-а-а. Нормально. Я спрыгиваю с камушков, там челик блин, сидит. Нормально. Прям на бревнах кто-то работает. От Дарка. Да я, да. Я не буду закидывать. А, чувака, там два чувака у меня. Я минус один. Желтый трактор. Не, я не попал, бля. Попал, минус один. Нет, камень платный. За суицид уходит.
сначала фойе. Ага, так и думал, что в нычке сидит, зашивается. Да. Нет, пока. Убил. Че, вы там егеря моего полутали, блин, сволочь? Я спустился к суициду сверху. Он просто бот синяк. Прихвостень побежал в сторону времянок. А нет, не добежал. Так шел. Нелюбезный принес его чувака. Смотри, босс опять на поисках. Реально его не рванули, что ли? В плане лута. Я могу собрать тебе вынести? Развернусь? Только теплаксу возьми и все, да. Да-да-да. Че ты ржешь? А там боковой ставится или нет? Блин, я не помню, на этом цевьёхе ставится или нет. На ложе, точнее. На черное ставится. Там два черных. Ну, херово видно тут, деревья до хера. У нас под скалами бегает чувак. Да, вижу. Так, мы шли? Нет, двое. Секретка убегает. Лезут на скалы. Минус один. Там двое. Убивала второго? Нет, я только по одному стреляла, по которому ты видел. Он где-то что-то поджался, где-то поджался под нами, да, должен да. быть. Я спускаюсь, слева буду отходить. Точно два. Даже один поджался, а этот шел типа за ним. Одел белую каску, если что. Что значит где-то? Трупа. Броник переодел. Тактик. А, ты того убивал? А ты какого убивал? А я вот этот убивал. Где-то тут труп должен быть. Нет трупа. А вот он. Это бот, может быть? Нет. Нет. Все, вы двоих убили. Все, да? Да. Да. Дороги, точнее. На суициде сидит черик. Убил. Угу. Это он выстрелить успел или нет? Не знаю. Там выстрел какой-то был. Я слышал. Через старый платник будут проходить все отсюда. Ты из скалы ты идешь? Я, да, я тоже иду. После отсюда? Да. Сорвал. Поваленный убежал. Да. Босс у нас на локе. Вот что они там выцеливали. Он на повальную убежал, а? Да-да-да. Я да, он дальше побежал. Он дальше побежал. А нет, он за поваленным. Да, я вижу. За поваленным или за камнем? О, не-не-не, за камнем, за камнем, за камнем, за камнем. Этого я вижу, да. Сейчас я выйду на позицию. А он, по-моему, справа забыл. Смотри, по камням. Вижу. Да! Угу. Буду подходить к суициду. Я что-то думал, он дальше прошел в сторону Юсека. А втором? Или кто-то, да. Или бот, или он. Да, он. Хит ему дал. Не вижу там. Убил. Угу. Одного прихвостня я убил, я хз сколько, я не помню, два, три? Два. Почти еще один остался. Да, я как-то пошел. Он здесь, походу, чувака у меня сидит, блядь, потом. Да, чувака. На работу. У открытого, кто укрытого, ты ходишь, да, ты внутри не сходил? Противника, что ли? Блядь. Ты стреляешь? Я, Аня. Ну, все это. Он сейчас выйдет, меня пушить будет. Я у тебя тут рядом сзади.
Ты в него стрелял, Мэтт? Да. Прикол, зайду. Еще маленький был. Ну что, поднять на стрельбу, сколько я снова насосал в старке. В горзу не пойду. Как я в ролике-то увидел уже, да? А, я есть? Я есть, есть. Делал. Там твой камео, так сказать. Окей, давай. В конце, если что. Выход, ладно. Я же не знал, что же этот записывает. А ты с ним по ПВК, он все записывает. Я тебе серьезно говорю. Аня это знает, да. Там вообще у Ани... Надо реально быть поосторожнее со словами. Все, что, то есть он... все, что будет вами сказано, сказано было... да, 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 будет, да, использовано против вас. Против вас. К этому надо привыкать. Аня уже привыкла, она уже это... Я уже это, фильтрую базар, короче, иногда. В некоторых моментах. Не, почему? Забавно получилось. Почему нет? Вон парень написал, это реально. А то потом тебе слово крымер, короче, знаешь, на всю жизнь, короче, вот это. Даёшь, кривяешь, что, со сковородкой. Наливатор. Наливатор, он и есть наливатор, то есть тут я ничего менять не буду. Там все понятно. Харбуша вот это все. Харбуша. Это классика, ну. Сзади бегут. Куда? Через окраину. Один бежит вроде. Нам в нашу сторону. Да-да-да, к нам. Они же перешли на вот нашу сторону. Возле машины, возле машины ровно. А, поняла. Бил. Один, нет? Сейчас посмотрю. Это на палатке где-то. Мои любимые мины. На которых я всегда натыкаюсь. Когда я там бегаю. Че каждый катки? Вот. Да не в каждую, может, первое не было. Но первое было и на сервере. Не мы. Не мы. Я прямо на мечнике, тут показалось, как будто на камнях меченых. Такая маленькая гряда камушка. Не уверен. Я в твою сторону иду, но я еще не прохожу. Да-да-да, в кусту сидит профессионал. Бля, ты чё не сдох-то? Аня, ты умеешь? Я ушла. Тихо, убил, блядь. Убил? Убил, да. У меня просто под камнем лежал чел с дробовиком. Я лутал штурм, он мне побежал. А у меня сидел у меченький чел, которого я прошел, прям по голове ему наступил и дальше пошел, блин. У открытого воды. А, это бот. Отмена. СВД, блин. Ботокалаш. Ну, блядь, это в палатке. Вон он уже, блин. Жена выходи, блин. А что заманить, чтобы он не уходил? Больше пугает. Пистолета, может, не испугается. Может быть, сядет, будет подождать. Да, такое ничего, что он упал. Убил вроде. Одного. Крякну. Это СКС оглушенная. Что-то еще. Где убивал? За камнем, за камнем? Там вот на меня смотрит. За ты? Да. А, у него СВД и этот, все понятно. СКС у него с. Ах, кстати, с охранников СВДшка тоже. Аня, у нас кто-то бегает. Это не наш? А, это ты сейчас магазин перезарядил? Нет, это был целый бой. Я вышел. Тебе не начал стрелять.
Мы тут недавно с чатом придумали самый короткий анекдот про тарков. Знаешь такой? Нет. Пуянов обещал. Все. Понял. А я решила все, я не буду токсик, короче, я не буду ничего говорить плохого. Я вообще не скажу на тему того, что сервера лагают, там кто-то что-то обещал, все, я не токсик. Я вот прям вот... спокойно. То есть он тебя все-таки завез на днях, да, я так понимаю? Кто? Не-не-не, подожди, до первого какого-то конкретного десинхрона, который прям вообще жесткий. Посмотрим. А уже милиция разберется, кто из нас холоп. Нет, я не буду из-за Таркова портить себе нервы, там что-то думать, кто там обещал и тому подобное, все, я не токсик. Че там, убили, пофиг. Звуков нет, срать вообще, нормально. Так и было задумано просто изначально. Ты что, хочешь на подкаст попасть? Скажи прямо. Нет, вообще не хочу. С такими темпами тебя сразу пригласят скоро, ты шумно. Нет. Я тогда сорвусь, понимаешь? Приходит такая, спасибо вам за приглашение, конечно. Но вот, блять, вот звуки вам надо что-то делать, и вот с этим, бля. Почему в Тарков до сих пор не завезли анимацию танцев? Или анимацию улыбки, например. Что-то, не знаю, оскал какой-нибудь. Вэл, ты не такой стыдишь, улыбаешься довольно. Чего нет? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.